Всем здравствуйте! Меня зовут Юлия Жукова, и сегодня вместе с вами хочу в своей группе ВКонтакте поставить виджет очень интересный, который помогает нам в сборе контактов. Для этого нам необходимо зайти на свою собственную страницу, группу, и перейти в управление. После перехода в управление в правой стороне мы находим вот здесь вот, третий из конца момент, это где написано приложение. Мы сюда переходим и можем наблюдать приложение для любых задач. Здесь, где виджеты, здесь написано это все. Много очень моментов, виджетов. Здесь очень крутых, которые, я думаю, стоит устанавливать, тестировать, смотреть. И, кстати, не забывать об этом моменте. Я сама очень часто забываю о виджетах, которые можно ставить в свои группы. Они очень круто работают. Я посетила недавно тренинг мощный, в котором как раз-таки меня и натолкнули на мысль того, что нужно быстрее бежать и ставить виджет очень мощный. И этот виджет называется, возможно, кто из вас знает, форма сбора заявок. Мы нажимаем на «Добавить», выбираете то сообщество, куда вы хотите добавить. У меня несколько, поэтому он мне предлагает. Ну, я добавляю пока в свою бизнес-страницу. Вот здесь вот сверху он добавился к этим вот двум у меня были, и третий добавился. Вы можете... хотела показать. Вот, изменить момент вот здесь. Название кнопки... Неважно, в общем, что вы здесь оставите, как вы ее назовете, пока не скажу, нужно ли оставлять здесь, чтобы видели все пользователи, либо только администраторы, только подписчики. Это будет видно чуть-чуть позже, потому что оставлю вместе с вами. Итак, нам нужно перейти к настройкам приложения. Мы добавляем эту форму, и здесь мы начинаем свое редактирование, где мы можем заголовок написать, мы можем поставить обложку, описание заполнить, обозвать эту форму как-то и просто просмотреть, что у нас здесь будет. Сейчас я самое легкое вот это все изменю, заменю, поставлю, и потом уже снова продолжим вместе с вами. В общем, ребята, как и обещала, заполнила заголовок. Я хочу проводить консультации, людей звать, собирать данные именно для консультации, поэтому я назвала так, коротко описала. Потом еще там еще одно короткое описание требовалось, что вы будете делать. Загрузила обложку, заранее приготовленную. Вопросы. Здесь у нас имя, фамилия идет. Вы можете выбрать, что вам необходимо. Но я еще выбрала город и страну, чтобы человек указал, потому что если для общей консультации мне не имеет значение вообще, в каком стране человек находится. Главное, чтобы мы вместе разговаривали на одном языке. Другой момент, что если в сетевую компанию будет человек проситься, либо же какие-то разговоры будут идти, мне необходимо в первую очередь Российская Федерация. Поэтому именно по этой причине мне важен город. Здесь вы можете любой свой вопрос добавить. Это на ваше усмотрение. Политика конфиденциальности тоже, я так понимаю, на наше усмотрение. Я оставляю ее без изменений. И подтверждение, естественно, не обязательно. Вот это вот момент здесь написано не обязательно. Вот мне почему-то кажется, что политика конфиденциальности, она обязательная. Я единственно не могу понять, на что она... Ну, в общем, сейчас посмотрим вместе с вами. Вот, и подтверждение, когда человек, текст, который человек увидит после того, как он заполнит форму.
Все, настройки. Единственное, у меня тут остались настройки формы. Подтверждение экрана. Если же мы все сделали, мы должны нажать на сохранить форму. Ну, как я так и ожидала, что политику конфиденциальности мы необходимо сюда внести. Добавила я вот эту политику конфиденциальности. Посмотрим, что сейчас будет. Все, отлично. Добавлена форма. Сейчас посмотрим, так, куда она делась. Ой, куда она убежала, форма моя? Ну-ка. Управление. Приложение. Изменить. Так, здесь у нас. А, вот, я не активировала запись на консультацию. Активировать. Активная. Все, да, скопировать ссылку можно на эту форму. Это очень... И копировать форму можно. Очень удобный момент. Я просто хочу вообще найти в своей собственной... Значит, как виджет, она не высвечивается, я могу так сказать. Получается, что этот виджет не виден всем, он виден только по ссылке. Я так понимаю. Сейчас заново зайду. Справка по работе с маркнопки рекламы заказать. Все, что я вам рассказывала, форма. Вот. Добавить сообщество. Активная, вот. Придумать заголовок и описание. Загрузить обложку. Это мы все сделали. Укажите. Добавьте информацию для больше перейти с сообществом. Мы тоже все сделали с вами. Первый раз, поэтому вместе со мной делаем. Три способа получения заявок. Личные сообщения ВКонтакте. Выгрузка. Получение с помощью. Работа с приложением. Рекламная запись должна быть от имени того же сообщества, с которым создавалась форма. Форма только за записи. В тексте поста форма может работать некорректно. Пользователь создающий рекламу. Формат может быть доступен для главного редактора. Кабинета с центром клиента. Сохраните и настройте целевой. Выберите характеристики пункта, выведите рекламное объявление. Сохранить рекламное объявление запущено. Так, насколько вообще все делают, тарахтят. Граната разговаривает. Форма сбора заявок. Вот она. Отправьте заявку. Вот так вот теперь, когда мы, допустим, говорим о том, что заполните заявку, да, для какого-либо там консультации, или запишитесь, или зарегистрируйтесь. Сразу вот форму эту отправляем и человеку, и он сюда регистрируется. Ребята, смотрите, что сделала. Поставила в настройках своей группы сайт, где у нас здесь. Я поставила ссылку, которую скопировала форму для сбора заявок. И смотрите, что происходит. Я на нее нажимаю, и вот все уже у человека заполнено, ему остается только отправить заявку. Спасибо. Перейти в сообщество, которое я нажимала. Ну, то есть сообщество он может перейти в мое. То есть я это специально делала так в настройках.
Что осталось у нас? Сообщение. Ну, я сама себе его явно не могу прислать, поэтому мне оно не пришло. Я считаю, что этот момент вы можете вставлять, вот когда говорите, к примеру, что сегодня у меня там консультация или еще что-то, заполните форму для обратной связи. И ссылочку эту кидаете человеку, либо же можете вот использовать как входные, ну не ворота, а вот на сайте, возможно при личном общении, под фотографиями. Человек, не успевая когда нажимать, он уже не нужно ему ни фамилию, имя, ничего нажимать, у него там уже все все есть, ему остается только отправить. Поэтому мощная штука. Извините, что затянула немного, потому что делала первый раз с вами. Вам будет уже намного проще и понятнее, что делать. Если было полезно, все-таки я вам палец вверх ставьте, подписывайтесь на мой канал и всего доброго. Пока-пока. До новых встреч.